Все лучшее детям. В Чувашии практически решена проблема нехватки мест в детских садах. Только в Чебоксарах за последнее время построено 18 новых детских садов. Один из них уже отпраздновал свой маленький юбилей. Современные детские сады очень отличаются от тех, что были раньше. Они больше похожи на сказочный мир, в котором дети, играя, раскрывают свой интеллектуальный и творческий потенциал. Детский сад «Эрудит» в полной мере оправдывает свое название. В этом году он вошел в список 700 лучших дошкольных образовательных учреждений России. И это не случайно. Традиция детского сада на каждый день рождения дарить детям и взрослым новое образовательное пространство. И вот в этот пятилетний юбилей мы и ребятам, взрослым, всем гостям дарим 5 островков детства. Каждый выбрал свой островок счастья. К примеру, сцена под открытым небом вдохновила ребят на участие в спектакле. К своим новым ролям они отнеслись ответственно и получили самую дорогую награду. Спасибо большое. Спасибо. А тем временем в теплице царства витаминов кипит работа. Юные дачники выращивают свой собственный урожай. У нас растут огурцы, баклажаны, арбузы. Мы за ними хорошо ухаживаем, поливаем, рыхлим, пшикаем. Стимул не жалеть усилий у ребят на виду. Арбузы уже зацветают, а вот помидоры только на подходе. Я хочу получить очень вкусные помидорки. Потом их буду дома, то есть в садике с ребятами кушать. Мы из нее сделаем, например, какой-нибудь салатик. И будущим актерам, и дачникам эти навыки очень пригодятся в жизни. Но важнее всего научиться правильно вести себя на улице. По такому импровизируемому пешеходному переходу ходить совсем не страшно и даже полезно. Ведь именно здесь дети закрепляют практические навыки безопасного поведения на дорогах. На островке «Автогородок» все по-настоящему. Машины, люди, даже регулировщик. Ориентироваться в пространстве помогают светофоры и разметка на дороге. Выучив здесь правила дорожного движения, дети смогут свободно передвигаться и в реальных условиях. Одни светофоры до машин, другие до пешеходов. До пешеходов там только красный и зеленый свет есть. А до машин красный, желтый и зеленый. В детском саду «Эрудит» работает множество образовательных зон, где дети могут провести время с пользой, почитать книги, заняться творчеством, отдохнуть. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.